Всем доброго дня, дорогие друзья. У нас последние деньки очень насыщенные. В общем, вот в таком состоянии у меня ноутбук. Загружаю новую серию с Челябинска, с того самого Челябинска, где мы заняли первое место. Очень классная серия. Сегодня с утра посмотрел ее. Нереально трогает, в общем, распирает на эмоции при просмотре. Надеюсь, что вам понравится. Надеюсь, что вы поддержите и зарепостите везде наш видос. Вот. Предварительно на 6 часов вечера надеюсь, что компьютер в таком положении загрузит что-то. А сейчас мы едем с вами на заправку Лукойл. У нас мероприятие от Лукойл Рейсинга. В общем, тоже буду вам освещать более подробно, буду в телеграм-канале, поэтому подписывайтесь, оставляю эту ссылочку. И на вечер ждите видосик на YouTube, Рутуб и ВКонтакте. Вот, как-то так. Я вас приветствую, дорогие друзья. С вами на связи Данил Воробьев, тот самый победитель 6-го этапа РДС Европа в суровом Челябинске.